одиночная рецессия, толщина кератинизированной десны в области сосочка 2 мм, апикальной рецессии кератинизированной десны нет. Асимметрия по сравнению с выраженной асимметрией положения десневого контура по сравнению с 21-м зубом. Вот на этом слайде видно отсутствие кератинизированной десны, там тонкий биотип. Препарирование лоскота по традиционной методике коронального смещения. Трапециевидный лоскут с горизонтальными разрезами в области формирования хирургических сосочков, деэпитализация анатомических, обработка поверхности корня, перфорация твердомозговой оболочки. Вот так она выглядит перед фиксацией. Потом ее регидратируют. В физиологическом растворе от 3 до 7 минут этого достаточно, просто для того, чтобы она стала эластичной, чтобы вам было проще ее адаптировать посредством костичный лоскут. Вот ее фиксация к межзубным сосочкам, резорбируемой нитью. И фиксация слизистонно-костичного лоскута по типу коронального смещения. Вот таким вот образом. Это результат через 5 месяцев. Уже с постоянным протезированием. Вот видна очень хорошая зона кератинизации десны. Снижение уровня. Вот здесь вот очень хорошо видно, насколько удалось устранить асимметрию по сравнению с 21-м зубом и создать толщину кератинизированной десны. Еще один клинический пример. Ну, здесь мы поговорим, к сожалению, нету слайда с операцией непосредственно. Вы сняли, но так случилось, что он утратился. Зуб 33 с искусственной десной. С явлением хронического пародонтита генерализованно, пациентка с очень плохой индивидуальной гигиеной, с розовой десной керамической в области коронки металлокерамической 33-го зуба, с полным отсутствием кератинизированной десны как апикально, так и латерально. Глубина рецессии в данном случае была 6 мм. Вот это клинический результат через 4 месяца. Но пока что, к сожалению, до сих пор пациентка не имеет постоянной конструкции. Она носит временные ортопедические конструкции. У нее там какой-то длительный процесс еще всяких костно-пластических мероприятий. Но также устранена рецессия по типу коронального смещения с применением аллотрансплантатов. Абсолютно такой же методикой, как на предыдущем случае клиническом. И та клиническая ситуация, в которой вот потребовалось ее применение, хотя клинически здесь показано применение аутотрансплантата, но для пациента это была уже 4-я операция, и он отказался, просто воздержался уже от применения аутотрансплантатов. Объем вмешательства достаточно большой, 4 передних резца на нижней челюсти, фронтальный участок, длина более 13 мм требуемого забора. После длительных согласовываний мы пришли к выводу, что мы хотя бы тогда будем создавать объем кератинизированной десны, потому что здесь еще в сочетании с мелким преддверием. Я покажу просто как методику ее фиксации. Вот толщина, точнее полное фактически отсутствие кератинизированной десны. Вся проекция, в которой очень хорошо видно этот объем и его отсутствие. Препарирование лоскута, дизайн лоскута, как при корональном смещении, только в области 4 фронтальных листов. Это регидратация твердомозговой оболочки перфорированной. Вот и она зафиксирована в области 4 листов обычными узловыми швами к деэпитализированным сосочкам.
Этот слайд показывает ее толщину после регидратации, потому что сухая она выглядит немножко по-другому, более тонкой. Лоскут ушит без натяжения. С фиксацией лоскут еще дополнительными матрасными крестообразными швами. А вот эта методика применения у этого же пациента твердой мозговой оболочки в четвертом сегменте от 43 до 46 зуба, также с применением малотрансплантата. Вот методика коронального смещения ротированного лоскута по Зукели. Здесь то, что мы с вами хотели обсудить, это особенности применения этой методики на нижней челюсти. Здесь проводится один вертикальный разрез в области второго резца. Разрез выполняется парапародонтально, то есть посередине между вершиной анатомического сосочка и зенитом рецессии соседнего зуба. Это обработка, деэпитализация, формирование, обработка поверхности корня, сглаживание бором, ортодонтологическим, обработка зоны рецессии. Вот таким образом произведен вертикальный разрез, мобилизация лоскута слизистинно-костичного, фиксация твердой мозговой оболочки, вот ее припасов, потому что размер ее очень большой в этом зоне был. И вот она зафиксирована обычными межзубными швами. Фиксация слизистинно-костичного лоскута. Вот это результат через полгода. Все рецессии устранены. Это перевернутое состояние. Вот они. Это нижние зубы сверху. У вас, к сожалению, никак Алексей не может этот слайд перевернуть обратно. Почему-то он все время вращается у нас. Вот этот слайд дальше. Нижние зубы после устранения рецессии. Это уже даже, по-моему, побольше-то уже перед последней операцией была сделана фотография. Результат сохраняется у этого пациента. Я его наблюдаю порядка уже 3 или 4 даже лет. Достаточно стабильный и на верхней, и на нижней челюсти.